Модные показы, современное искусство, стрит-фуд со звездой Мишлена, квест и уличный базар. Такой яркий и зажигательный фестиваль Сингапура в Москве привлек тысячи гостей. Праздник культуры восточного города-государства в российской столице устроили впервые. На открытии выступили посол республики госпожа Лим Кхенгхуа и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин. Госпожа посол Сингапура, почетные гости, мы искренне рады приветствовать вас сегодня в этот прекрасный солнечный день. Одним из главных событий сингапурских выходных стало выступление ансамбля этнической музыки Art de Trio и одной из ведущих в Азии вокальной группы Mi Capella. А за пределами главной сцены гости могли познакомиться с самыми разными сторонами жизни Сингапура и убедиться в том, что эта восточная страна может удивлять не только небоскребами или непоколебимой экономикой, но и культурой, традициями и природой. Алиса Климонтович и Виктор Сухотин. Новости Большой Азии.